perhana, ajetaan pois tuolilta. Pankki sieltä, otetaan se kamaan tuoliin. Otetaan nyt se skrautin, ja tietysti. Nyt se on siellä. Ja tässä on vielä. Thank you.
Вот, и сама справа пытается играть, но еще не настолько, чтобы было с запасом, так скажем, по выигрыванию. То есть справа справа ищет, и движение, что слева, что справа, у тебя вот оп, оп. А почему именно вот сюда делать? То есть доводи вперед больше. Вперед положить. Понятно? Все, давай, в том же месте. Спокойно. Давай, догонишь, догонишь. Yeah.
Я тебе что сказал? Что она может начать попадать. Она начала попадать. А ты сама в атаку не ищешь. Ты опять стоишь вот так. Вот там. Две трети вот так сделала. Там что-то справа. Сделала вначале ход, встала, она приняла. Настя, я тебе объясняю, если ты не будешь пытаться сама инициативу завладеть, то она будет продолжать попадать. Ты ее разыграла, все, она тебе не отдаст так просто. Ищи через свое нападение, свою атаку. И плохо двигается человек. Постоянно двигать ее не стандартно по диагональным просто атаке, а по прямой где-то, понимаешь? И опять же, даже речь о тактике может, не может идти, если ты сама не начнешь атаковать. Допустим, ошиблись, там, давай нападение сыграть. Ну там, самой не получилось атаковать. Постоянно двигаешь ее, в одну точку два раза не играешь. Но в основном тебе надо найти, чтобы ты атаковала, и развернуться справа играть опять же. Давай, давай, через не могу. Браво-браво, середина еще есть. Молодец, вот, разнообразие. Браво. Разнообразие. Прямое. Плотнее прием.
было, браво, браво, браво. Согласен, да? Ты нападение там, все правильно. Все время двигаешь. Два раза в одну точку не играешь. И когда в контре два раза в одну точку не играешь. Постоянно в центр угол уводишь ее постоянно. А я тебе про что говорю? Когда она тебе раз и подставила, она с другой подставила. Для чего ты это делала? Она тебе раз слегчила, а ты все равно ставишь. Либо подыгрываешь. Обращай. Сама разворачивайся и крутить начинай. Перехватывай. Только так. И слева держит вот так вот. Атака слева однозначно в прямую. Справа по ситуации. Мы тоже прямую проверяем первую. Вот прямые атаки, прямые. Доигрыш по месту. Где она стоит? В другую точку там играет. Поняла? По прямой атака. Два раза в одну точку не ставит. Давай. Давай, давай, давай.
Дальше, дальше. Сама. Подать в расчет. Я на теле длинно срезала, Настя. А ты подрезала, подрезать полезла опять. Она тебе сильно накрутила, ты не подставила. И все. Опять же, ты в чем проиграла? В собственной неуверенности. Ты проиграла. И... сделай то спину, играй в все. И розыгрыш, ты уже инициативой владеешь. Сначала отбежала куда-то, в дебри, в борщик. И нежно тебя просто не долетело элементарно. Понимаешь, играешь-то нормально, только не доигрываешь. И ходы пропускаешь. А все просто. Вот это делать, и ты и победа у тебя будет. Ты понимаешь меня? Настя. Вы меня слышите? Вот и все, и эмоции.
Самой на себя такая улыбка, а не на нее. Успокойся, розыгрыш, опять же, переводы справа направо не играют. Она берет прямой. Ладно, через прямую играйте и доигрывай. Давай, все, соберись. Уверен, уверен. Будет уверенность, будет победа. Молодец, молодец. Браво, браво! Thank you.
Ничего, ничего. Повезло ей сейчас. Спокойно, спокойно. Все правильно делаю. Все правильно делал, тебе надо было крутить и не подставлять. Понимаешь? И то очко ты правильно сыграл, она случайно подставила. Да я бы потому что в ракетку. Нет. Ты в этом сете 3 или 4 очка таких выиграла с переводом. По прямой. Потому что она справа стоит, она вот так раз ставит. Если ты вот так, когда она раз, перевод. И все, она ракетку просто подставляет и все подмечивает. А вот чуть-чуть. Еще дальше, и все, до свидания. Ничего страшного, ровно, 10-10. Подаешь подачу, она типа любой прием делает длинный. Справа заходишь и прокручиваешь мяч, понятно? Прием. Не получится принять там. Она атаку начнет. Так же вот ставишь, справа пытаешься скрутить этот мяч. Понятно? Уверен, ничего не случилось, ты не проиграла. Ровно, давай, все, уверенно.